Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня мы продолжаем проходить Shadow of the Colossus после длительного и достаточно большого перерыва. Надо сказать, я очень соскучился по этой игре. Прошло порядка, по-моему, месяца с момента записи последней серии. Были технические сложности, по которым прохождение пришлось приостановить, просто чтобы не потерять интерес к игре. Часть серии была потеряна. Ну, собственно, давайте теперь продолжать. Куда ты скачешь, лошадка? Я лошадку в этой игре просто не понимаю. Так, хорошо. Как тут что? Я, честно говоря, не помню. Сейчас будем разбираться. Ну, в принципе, я помню управление, но достаточно смутно. Я, допустим, не помню, на какую кнопку во время прыжка хвататься за противника. Так что, возможно, будут легкие сложности. Как я сказал, да? Легкие сложности. Фу, так, ну и ладно. Давайте смотреть. 7 колоссов убито. Осталось еще, по-моему, столько же примерно. Нашему герою все хуже. Убитая летающая, по-моему, тварь последняя была. Блин, ну в игру приятно вернуться, конечно. Это круто. Твой следующий враг это... Хвост... Хвост, запрятанный в глубине леса. Тень, которая ползает по стенам. Перемещается скорее. Что бы это могло значить? Звучит обнадеживающе. Так, ну что. И вот мы снова здесь. Давайте посмотрим первым делом. Вот это на следующий враг, наверное. Лошадка. Ой, как я по тебе соскучился. Даже странно. Хорошо, поскакали. Сейчас только вспомню, как скакать. Ладно, все, выбираемся наружу. Девушка наша по-прежнему лежит. Наверное, очень зла, что приходится столько времени ее спасать. Хотя она мертвая, и пофигу. Так. Нам куда-то вон туда поскакали. Найдем, что это такое. Я, честно говоря, вообще не знаю. Я не помню, что сейчас будет, поэтому... Ну, собственно, вот ради этого я делал перерыв, чтобы... Чтобы все это было все так же интересно. Не, ну анимация, конечно. Скак лошади в этой игре, это круто. А, еще я забыл, как... А, вот, вот так вот. Забыл, как менять оружие. Что тут, тут? Я не помню, что тут, честно говоря. По-моему, сейчас будет ящер. Ой, да разберемся, короче. Так, мы скачем куда-то вон туда. Вон туда мы отнюдь не скачем. Хорошо. Скакали лошадь. Огромная вообще просто лошадь. То ли наш герой мелковат, дрыщеват, как говорится, то ли лошадь просто больше нормальной раза в два. Так, хорошо, куда-то мы прискакали. Нам, судя по всему, вот в этот вот проем в скале. Ой, тихо стой. У меня еще голос скрипит, я не проснулся. Сегодня я записываю с утра, то есть я знаю, что по-другому у меня просто не выдастся время на эту игру. Поэтому если с голосом что-то не так, то это прям с просонья все делается. Вот, такие дела. Так, что? Тут уже на лошади не поедем. И я, по-моему, понял, что это за колосс.
То есть, повторюсь, я уже где-то на 5 колоссов вперед ушел во время предыдущей записи, но потом по техническим проблемам там YouTube тупил, и он серии вот эти уже загруженные на YouTube, но еще не опубликованные, он их тупо убил. Поэтому где-то на 5 серий вперед я знаю, что нас ждет. Это в какой-то мере даже хорошо. Так, ладно, куда мы пришли? А, нам нужно на ту сторону. Красивая игра, да? То есть вот эта студия, она Team Ico. У них игры всегда что-то такое вот артхаусное было. Что, собственно, Ico, что эта игра Шелест Гвардиан, выходящий непонятно когда. Уже лет 5 как выходит. Своим внешним видом игры просто завораживают. Так, аккуратно. Странно, он бегает. Как-то вот, когда я проходил уже, то есть до того привык к этой анимации, что не обращал внимания, но вот сейчас смотрю, он снова как тряпичная кукла какая-то бегает, да? Это странно. Так, хорошо. И куда мы пришли? Это то, что я думаю. За дрожь по стенам. Так, а нам, похоже, он туда нужно. Пойдем мы туда, забравшись. Тут. Так. Все, вспомнил управление, отлично. Так, тихо-тихо, давай. Да, не туда. А, вот я да и вспомнил, какие тут проблемы, надо перепрыгнуть не туда. Дай, давай дивизию. Ну хорошо. Давай попробуем еще раз. Может, в этот раз у тебя будет более хорошее настроение для прыжков. Прыжок. Так, мы уже, кстати, выдыхаться начинаем. Прыжок на препятствие. Для этого нужно нажать в сторону препятствия и прыгнуть. Ну, прыгай ты уже, ну. Да, это было довольно криво. Хорошо, но мы это сделали. Давай, восстанавливаем свою выносливость. Сейчас пойдем бить здоровенную, по-моему, бабайку. Хорош. Отлично. Да, все. Управление вспомнилось. А давайте посмотрим только, что у нас с луком. С луком вот так, понятно. Так, ну и я, по-моему, понимаю, куда мы пришли. И это, по-моему, достаточно интересный бой. Да, как я и говорил, ящер. По сути, он несложный. Главное допереть, что с ним делать. Но так как я знаю, что с ним делать, этот бой будет довольно быстрым. Какая пакость, да? Нужно, короче, сначала спровоцировать его, чтобы он поднялся на стеночку. Он это умеет очень даже хорошо. А потом позволить ему шарахнуться с этой высоты вниз. Так, давай, родной. Привет. Молодца. Его слюна очень ядовита. И все там, видите, покрывается. Шорты превращаются. Превращаются. Короче, у него просто не долетело, хотел вам показать. Кислота не долетела. И, по сути, он не очень опасный. Главное, все делать правильно. Так, вот он. Первый пошел. Но спуститься с такой высоты, наверное, не успею. Это просто демонстрация. Да, блин! Та лапа уже восстановилась. Нужно все делать быстро. М-да. Для этого нужно встать вот сюда.
Тихо. Разучился стрелять. Здесь это делано не очень удобно. Ну, общий принцип, я думаю, вы поняли. Сейчас мы его уроним, а потом будем спокойно спускаться вниз. Может, надо было сначала... Так, тихо. Ой, тут все... Яд кругом. Вот про это я и говорил. Фу, хорошо, ладно. Не хочешь, как хочешь. Давайте сразу тогда спускаться вниз. Ну, блин, как отвык от игры, да? Капец. Так, валим вниз. Что-то как-то все пошло не по плану. Ну да ладно, взломаем, не волнуйтесь. Первый раз он себя вел не настолько печально. Так, ну стрелы выходят, значит нормально. В принципе, до дна уже достаточно близко, отсюда можно его ронять. Сейчас мы этим и займемся. Здоровье потихоньку, постепенно восстанавливается. Это тоже нам в плюс. Так, где-то там бабай. Ой, 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 плохо. Хорошо, короче говоря, лучше надо было прятаться. Я просто не могу в него прицелиться. Так, что куда-то пришел там? Где-то здесь? Круто. Блин. Так, одна нога готова. Вторая нога готова. Пошел вниз, молодцы. Так, топерыча. Самое главное не убиться. Хотя вот тут вот прыгать явно не стоило, но у нас времени мало. Поэтому погнали. Даже скорее всего не успею. Блин, не та кнопка. Хорошо. Первый вошел, теперь бежим. Ох, главное, как говорится, начать. Процесс пошел. Сейчас он такой. А что это было? Кто это меня так... Ой-ой-ой. Давай сюда. Сейчас он меня ищет опять по стенам. То есть, как видите, все достаточно предсказуемо и непросто, если самому не тупить, что мы любим. Туда простреливать, что ли? Молодца. Но все-таки нужно привлечь его внимание, или он и так полезет? Он, кстати, не такой уж и большой. Для колосса. Колоссом я бы его не назвал. Ну что, придется привлечь внимание, я понимаю так. Есть. Хорошо, попер в нашу сторону. Я слышу прям. Вот. Ой, тихо, бежим. Да, неудача нас ждала. Так. Что-то там лезешь, нет? Вот, молодца, пошел. Даже не... Так. Первая. Вторая. Все, падаем. Да, хватит, ты прыгай-то уже, ну.
Итак, тихо. Второй. Третий. Все, валим. Неплохо прошлось, да? Нормалек. Фу, еще пара таких заходов, и эта тварь наконец сдохнет. Видит меня? Отлично. Сейчас в эту сторону полезет, можно оббегать. Да. С луком, конечно, не очень удобно. Мне не нравится. В прошлый раз как-то привык, но сейчас меня это просто подбешивает, на, да, поднимается наверх, ну. Зато маленько вспомнил вроде управления. Давай, давай, пошел. Ну что ж ты, блин, вошкаешься-то? Это же елки-палки просто. Ай, ну что ж ты будешь? Ай, давай, 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 давай. Я. Да на вот тебе тогда. Хоть так. Я люблю эту игру, но я забыл, как я не перевариваю эту игру. Ну ладно. Давай еще разок. Я думаю, он все скуксится уже по полной. С второго этажа, как я смотрю, наиболее удобно, да? То есть отвлекаешься с одной стороны и прыгаешь с другой. Я не тут. Родной, я тут. Иди сюда. Чтоб не заметил. Хорош. Так, все, лезь. Ну что за подстава? Опять со стороны головы, неудобно. Да, отсюда я не подберусь. Так что, похоже, шанс уже просран. По хвосту надо подниматься. Блин, еще разок, ну. Фу, законопатели вроде. Чуть-чуть осталось. Все хорош. Только бы успеть. Только успеть. Давай, хвост к нам. Все карты в руки. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай. Да что ж ты... Ох, ну... Ненавижу слоупоков. Надя, по полной программе. Как ты меня задолбал. Минус. Еще один колосс. Фу, я даже бежать не буду от этих щупалец. Да, звук такой, конечно, что какую-то плоть разрывает. Фу. Задротство сплошное, конечно. Но при этом было интересно. Приятно вернуться в игру. В общем, на этом все. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы также рады вернуться в эту игру, как и я. Всего хорошего. Пока-пока-пока.